Уральские верующие отмечают 134-ю годовщину со дня образования епархии и собора екатеринбургских святых. Датой основания называют 11 февраля 1885 года. Сегодня православные вспоминают уральских святых, таких как Симеон Верхотурский, семья императора Николая II. После утреннего богослужения митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл поздравил всех прихожан с праздником, сообщается на сайте Екатеринбургской епархии. Кроме того, в честь памятной даты открылось сразу несколько фотовыставок. Одной из экспозиций посвятили визиту патриарха Кирилла на Средний Урал в прошлом году, когда в царские дни патриарх возглавил колонну верующих во время крестного хода. На снимках литургии около храма на Крови и многотысячный крестный ход до Ганиной ямы.